Расскажите быстренько, как, чего? Ну, хорошо. Питер — красивый город. Мы, честно, не ожидали такого результата. Было много путешествий, было очень интересно. Здесь мы дальше вернемся. Результаты немножко даже неожиданные для нас, наверное, потому что мы не рассчитывали, где-то в глубине души надеялись, но не рассчитывали на такой, ну, я считаю, что успех. Но мы там эти 3 дня работали в поте лица. Мы репетировали утром, в обед и вечером, потому что нужно было как-то собраться, настроиться на победу. Очень сильные коллективы, 50 коллективов, и вы знаете, одно, например, название коллектива «Государственный», да, коллектив из Омска, хореографический, это, конечно, о многом говорит. И таких коллективов было в нашей номинации «Народный танец и стилизация» были 33 коллектива. Ну и, естественно, в нашей номинации были, понятно, что были подгруппы, это там участники юные, там детская номинация, юношеская, взрослая и смешанная категория. Поэтому в каждой, конечно, были свои победители, но то, что это был сильный конкурс, да, это был на самом деле сильный конкурс. Это было очень серьезно. Благодарим родителей наших за то, что они все-таки согласились. И мы поехали, никто не остался дома, молодцы все. Несмотря ни на что, да, разные были моменты, все собрались и сделали. А гала-концерт — это вообще прекрасно, потому что мы там принимали участие непосредственно во всех этих действиях, было очень интересно. Познакомились с новыми, конечно, коллективами, надеемся, что мы продолжим с ними дальнейшую нашу дружбу и сотрудничество. Ура! Каждого ребенка имени...